Во всех парках Ленинского округа регулярно проходят детские развлекательные мероприятия. Аниматоры танцуют, играют в игры с маленькими гостями и проводят тематические мастер-классы. Где-то круто замесили, только болгар раскатали, мясо мелко порубили, посолили, поперчили, на ладошки положили, и края все защипали, и кастрюльку опустили, помешали, помешали. Малыши и школьники могут весело провести время, завести новых друзей и узнать что-то новое, а взрослые немного расслабятся. Можно, можно как взрослым немножко отдохнуть даже, как пока ребенок сам себя развлекается, представляет себе. Расписание мероприятий можно найти в социальных сетях видновских парков.